Всем привет! Это BitLook Insider, меня зовут Сергей Сытер, и мы продолжаем работы над BMW. Сейчас мы находимся в инженерно-техническом центре Weldworks, где нам сегодня установят ковш. Этим всем занимается Никитос, он как раз там сейчас подготавливает, там громко все. Уже, короче, шумку счесали, сейчас будут прикидываться перекладины для установки ковша. Как только все прицелится, разметится, будут вариваться закладные под ковш, закладные под ремни безопасности, сам ковш. Дальше уже прицеливаться и сверлиться, нарезаться и настраиваться. Помните, я вам показывал в предыдущем эпизоде, что у нас новый целый кузов, родная краска, все дела. Видите, уже немножко сняли краску, а здесь зачистили. Здесь Никитос уже просверлил дырки под закладные. Тоже будет с той стороны. И еще будет под вторую перекладину и под ремни безопасности. И сегодня, может быть, мы поедем кататься. Без ручника, правда, но поедем. Левая сторона ниже, левая сторона выше. Сука! Да, руль. Вот так, ровненько, чтобы было. Так. Так. Вот где-то вот так. Стой. А ну-ка, еще чуть-чуть назад, если я попробую. Нет, далеко. Вот так. Вот так, да? Да. И нога не полностью, и я носочком подтягиваю. По рукам. По высоте. Да ну не. В шлеме ты уже будешь просто. Ну да. А тут выше, если подняться, то я не буду помещаться. Отлично. Короче, примерились. Сейчас Никитос приварит туда вторую половину. И будем прикручивать уже. Финально. Руль, кстати, перенес с жиги свой. На нем и поедем. Оригинальный руль с подушкой пока отложим в сторонку. Он трехспицевой, красивый и востребованный. Мы снова на физике. Вот наши крашеные колеса. И сейчас мы их обуем сразу же на морду, чтобы было красиво, хотя бы спереди. Всем привет, ребятки. Вот такая вот пушка получилась у нас. Резину на морду, короче, я взял у Вани Зубчука. Гранд-шина Киев. Называется она профиль Торнадо. Попробуем, как она. Рисунок, кстати, прикольный. Сейчас вам покажу. Выкручу руль. Вот такой вот, короче, рисунок. Забавненький. Теоретически она должна даже немного работать. Но вот дешево и сердито, что называется. Ну, у нас же BMW дешевка. Короче, мы приехали на тренировку здесь у нас на райончике. Такой вот движ. Все катаются, и я чуть-чуть попробую. Не знаю, насколько это получится. Just letting go right now. Oh, ground.
просто пожиратель сердец. Мне кажется, он это заканчивается. Кстати, короче, друзья, вот такая вот тренировка получилась. Боевая, вроде бы маленькая, но боевая. А что здесь по урону? А здесь только морда. А, бампер только пострадал. Так. У меня, короче, я спилил комплект 14 колес. И я был сейчас 15, но на 15 очень тяжело, потому что зацепа больше. 14 высоки, было нормально, на второй можно было весь конфиг проехать. А на 15 не очень. Окей. Назад, давай. Ну,